Всем огромный-огромный привет! Сегодня вы на моей кухне, и мы готовим очень вкусный рецепт из кабачков. Как только появляются кабачки, я сразу готовлю это блюдо. Это очень вкусно и чем-то напоминает такое известное блюдо, как стажки, только еще вкуснее. Что нам понадобится для этого рецепта? Нам понадобится 1 или 2 вот таких больших кабачков. Посмотрите, какой он у меня большой. Я его почистила, можно не чистить. Понадобится куриное филе, можно взять мясное филе, какое угодно. У меня филе бедра, конечно же, чеснок, лук, все для приготовления фарша, немного зелени, немного панировочных сухарей, сметана, соль, черный перец, молотый перец по вкусу и, конечно же, любые любимые ваши приправы. Давайте приступим. Мясо нам нужно пропустить на фарш, либо измельчаем его в блендере, либо через мясорубку, либо, как я, просто нарезаем мелкими кусочками. Мне в этот раз так больше нравится. Нарезаю филе очень-очень мелко, так как у меня это филе бедра. Нужно срезать лишний жир и, конечно же, убрать кожу. Вот так вот мелко нарезаем все филе. Выдавливаю в фарш чеснок. Кто не любит, может чеснок не использовать. Забыла я вам еще сказать про одно яйцо. Фарш также разбиваем одно яйцо. И лук для этого рецепта я нарезаю очень мелко. Вот таким мелким кубиком нарезаю лук. Фарш от этого будет только сочнее. Нарезаю мелко зелень, я возьму укроп, можно взять петрушку или любую зелень по вашему вкусу. Зелень отправляю в фарш и немного оставляю для посыпки сверху нашего уже готового блюда. Добавляю по вкусу черный молотый перец, половинку чайной ложки соли и столовую ложку сметаны. Сметана у меня 10%. Все хорошо перемешиваю. И добавляю 2 столовые ложки панировочных сухарей. Совсем чуть-чуть. Все также хорошо перемешиваем. Вот такой у нас получается фарш. Фарш получился очень ароматный. Если вы добавите сюда любимые ваши специи, будет еще вкуснее. Отставляю фарш в сторону и начинаем заниматься нашим кабачком. Кабачок я режу на кружочки, примерно по 1 сантиметру. Слишком толсто не надо, потому что у нас курица, готовиться будет все очень быстро. Вот 1 сантиметр, максимум 1,5, будет достаточно для нашего блюда. Вырезаем у кабачка серединку. Это можно сделать простым ножом. Вот так вот аккуратно. Тем более у меня тут такие небольшие семечки. Делаем вот такой кружочек. Запекать я все буду в духовке, поэтому застилаю противень пергаментом. Совсем немного сбрызгиваю маслом. И выкладываю наши колечки из кабачка. В кабачковые колечки выкладываю по 1 столовой ложке нашего фарша. Отправляю наши кабачковые колечки в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 35-40. Прошло 40 минут, вытащила я свои кабачки из духовки, и вот такая красота получилась. Полезный овощ
и очень сочная котлетка внутри. Кабачок приготовился, обязательно вот так проткните его вилкой. Если он легко протыкается, значит он полностью готов. Можно все посыпать сыром. Это кто любит. Конечно же, свежей зеленью. И я сейчас разрежу, обязательно покажу вам, что внутри. Кабачок полностью приготовился, он мягкий. Котлетка тоже приготовилась, вот такая она вкусная и сочная. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте, делитесь моим рецептом со своими знакомыми. Я думаю, им очень понравится. Такое блюдо я стараюсь готовить каждый год и по нескольку раз в сезон кабачков. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!